Безопасность пешеходов в руках не только водителей, но и самих пешеходов. В четверг в областном центре инспекторы ГИБДД проверяли, предоставляют ли автомобилисты на нерегулируемых переходах преимущество пешим участникам дорожного движения. По правилам дорожного движения водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны снизить скорость, убедиться в безопасности, убедиться в том, что они не создают помеху для пешеходов. Если они не создают помеху, то они могут проехать. Если они создадут помеху, то они должны уступить дорогу пешеходу. На улице Шошина областного центра немноголюдно, а движение интенсивное. На этот раз водители, которые особенно торопились и не пропускали пешеходов, получали не только штраф, но и ликбез на тему безопасности дорожного движения. Приближаясь к пешеходному переходу, вам нужно убедиться в безопасности. Убедиться в безопасности – это как? Снизить скорость, посмотреть по сторонам. Велосипед на пешеходном переходе, он спешился, да? Он хочет перейти дорогу, вы проехали. Он еще на велосипеде находился. Он спешился. Не всегда в ДТП с пешеходами виноваты автомобилисты. Сами пешие участники дорожного движения тоже хороши. По статистике, с начала года в Иванове произошло 85 наездов. Почти треть из них по вине самих пешеходов. В ходе рейда тоже попадались безответственные граждане. Этого мужчину с собачкой не смутил ни экипаж ДПС, ни видеокамера. Вы должны именно там переходить, пешеходный переход. Осуществляет свой маневр. Не здесь, не там, где вам удобно. Понимаете почему? Потому что это опасно. Опасно для вас, опасно для вашей жизни. Да, я понимаю, но здесь одна сторона движения. То есть я вижу, если машины здесь нет, я перебегаю. Быстро. Это не значит, что оттуда не может поехать автомобиль. Значит, он нарушение делает. Согласен. Ну и вы нарушаете. Ну, тоже верно. За переход в неположенном месте пешеходу грозит штраф 500 рублей. Автомобилисту за непредоставление преимущества на переходе от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Но главная цель инспекторов все же не наказать, а убедить. Жизнь и здоровье пешехода намного дороже, чем сэкономленные нарушителем секунды. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.